Бисмиллахи рахмани рахим. Ну, что сказать по этому поводу, то сериал продолжается. Вообще-то этот сериал начался еще 230 лет назад. Сначала нас обозвали бусурманами и начали выдавливать из Крыма, ущемлять наши права, заключать наше заключение. И после этого был такой период, когда наш народ объявили как бы врагом народа, да, это сталинские времена. И тогда почти уничтожили всю интеллектуальную часть нашего народа, да, всю интеллигенцию, да. И вот сегодня этот сериал продолжается, да, сегодня нас обозвали террористами, экстремистами и заключают заключение. И на самом деле наш народ, крепкий народ, да, он прошел вот эти испытания все достойно. И иншалла сегодня вот мы видим единство нашего народа. И мы, вот наша семья благодарна всем за то, что поддерживаете, да, нас. Сегодня 14 марта было рассмотрение жалобы по делу эмирусийного Рустема. Следователи ФСБ ни дома после обыска не выдали ему протокол обыска, ни во время следственных действий, когда я уже прибыл в ФСБ и письменно ходатайствовал об этом вместе с Рустемом. Это абсолютно неправомерные действия. Адвокат и его подзащитный Эмир Усейнов Рустем лишены вообще возможности обжаловать какие-то действия. Документы не выдаются. На этом мы, собственно, и подали жалобу сегодня в киевском суде. Судья, буквально за 10-15 минут рассмотрев это дело, решил, что наша жалоба не подлежит удовлетворению. Рустем был по видеоконференц-связи следственного изолятора, ужасная связь была. В конце вообще выключилось, и Рустем вообще не услышал даже оглашения самого итогового решения. Он кусками слышал сам судебный процесс 10-минутный, вот, а итоговое решение так и не услышал. Мы будем обжаловать это, конечно же, в Верховный суд, в апелляционную инстанцию. У нас есть на это 10 дней. Рустем всем передал огромный селям. Держится он хорошо, как всегда, альхамдулилля. Вот, я поинтересовался по поводу его здоровья, поинтересовался по условиям содержания. Конечно же, всем известно, что в следственном изоляторе Симферополя огромный перелимит. Он сказал, что больше человек, чем кровати и так далее. В этом отношении высказался. По здоровью пока у него все нормально. Аллаха чох шукур, чох саун джемат, за то, что пришли судья поддержать. Судья Можилянский сегодня рассматривал это судебное заседание. Вот, и, ну, я говорю, отстрелялись, так скажем, за 10 минут. По итогу даже Рустем не услышал, что же все-таки вынес этот судья. Все, чох саунс.